акция называется «Высадка деревьев» в парке Нивки. Мы назвали ее, вот как на табличке можете наблюдать, «Вербовая аллея». 23 дерева сегодня будет высажено. Деревья – это ива. Свои экологические активности мы реализовываем в нескольких направлениях. Вот, например, с января этого года мы перешли на экоупаковку. У нас есть такая замечательная услуга, называется «Заберу сам». То есть наши гости заказывают блюда онлайн, приходят, забирают и уже забирают их в экологической упаковке. Это пакеты, это упаковка боксы и плюс приборы. Враження учасників абсолютно шалені, кожен довольний, зробив частичку чогось свого. Як то кажуть, кожен в своєму житті повинен посадити дерево. Якщо не зробили вдома, то зробили це в Євразії. Ми створили свою сім'ю.